Неопытная, я написала трактат по возбуждению солдат, начинался он так: стоять, раз-два. Я думаю, что я сейчас прям при всех подарю тебе подарок. Он будет такой: ты со мной проведешь вечер и полночь 13-го. А потом скажешь, чей подарок был лучше. Я очень надеюсь, что это кто-то сейчас снимает, да? Можно снимать эту тройку? Вот отойди вот сюда и снимай эту тройку. И меня иногда, и Митю, потому что я всегда счастлива, когда мне удается хоть на 3 секунды с ней почитать. А говорят, если вам нравится автор, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не знакомьтесь. Кто говорит, я говорю. Честно, обычно это очень большое разочарование в жизни. Когда ты сначала залюблен творчеством, уже что-то там себе успел напридумывать, а это типичное не то, как в Одессе, да? А вот у меня с Улей, не то чтобы я прямо стремилась, но однажды получилось, что я пришла к ней на концерт и провалилась в портал. Человек, который открывает порталы, делает это легко. И мне захотелось узнать все-таки, что это такое. Я не понимала, кто она такая. И вот я с ней знакома уже, сколько мы с тобой дружим, 3-4 года. Не думаю, что я приблизилась хоть на йоту. Я не понимаю, кто она такая. Я ее не знаю, и самое интересное в этом всем, ты можешь пока играть. Самое интересное в этом всем, что мы с ней не сходимся ни в одном мнении. Когда мы начинаем разговаривать по душам, слава богу, это бывает редко. Мы категорически разные люди, а мне очень нравятся люди, которые не похожи на меня, потому что я пару раз встретила, кто похож, это твари. После Ули очень хочется какую-то французскую тему. Французский вздор. Я буду несчастлив с тобой, может быть, вздор. Отвинусь. Я брошу в виски холодного кубика суть. Я брошу в вискас холеной персидской кошки. Я брошу смешить сомелье. Ваша милая крошка желает испить весь ла-манш. Желает испить весь ла-манш. Манш, манш, манш. Манжет свою крашу рубином, другой изумрудом. Пройдусь по Монмартру и точно там сердце забуду. Вокруг Ренуар, Пикассо, Модельяне, Ван Гог. Жизни жажда, волнение, трепет, безумный восторг. Мелится все в Мулен-Руж, мелится все в Мулен-Руж. Руж, руж, руж. Ружье в конце пьесы стреляет салютом в висок. И сок льется медленно-медленно, клюквенный сок. Пьеро истерично кричит: я люблю вас, люблю. Я сдался, пишу на открытке: сегодня влюблю. И ветка сирени украсила томик Верлен. И ветка сирени украсила томик Верлен. Из плена не вырваться, жаркого, нежного плена. Влюблю наливает бордо, и нам жизнь по колено. Целуйся же вкусно, ведь жизнь коротка. Не забудь, ты будешь несчастна со мной, может быть. Вздор, отвлечь. Еще немножко французского. Многие знают, почему я это написала. Я решила сделать ликбез для идиотов, когда узнала, что компания, в которой я находилась, и не то чтобы подбухивала, мы почти были все трезвы, но шампанское и какой-то сыр не может означать, что мы были совершенно в дрободе. Но то, что я услышала, было такое ощущение, что они пили уже очень долго. Они не знали, кто такой Муха. И я подумала: боже, если я сейчас скажу, что его звали Альфонс, то вообще начнется полный коллапс мозга. И я говорю: голубчики, Муха — это такой невероятно совершенно художник. Но помните Сару Бернар? Слава тебе, Господи, не настолько они были... Они знали, что Сара Бернар — это была великая, да, актриса. Я же знала, что она была величайшей любовницей 20 века. И вот я рассказывала, как она заставила его, гениальнейшего из гениальных, малевать афиши. И она была его натурщицей. И они так завороженно слушали, и они были художниками, и они все закончили нашу Муху, причем первая их версия, что его назвали в честь.
лежащая под мухой. Ты хотела мне щедро простить, но я в том не нуждался. Ни в твоих темных ласках, стремительных будто бы сальса, ни в глазах твоих льющихся синим моим отражением, ни в губах сладко-липких до сливовых словно варенье. Я увяз на них, мухой жужжащей, альфонсом ты мне заплатила. Все с лихвой, все сполна, было мило, так мало и мило на холстах оставлять твое тело, заказывать рамы, красоте поклоняться, как вишну у хари, у рамы. Все картины с тобой распродать в кураже, словно в пьяном угаре. Я спасение искал в Шардоне, я погибель искал в портсигаре. Но прощайся скорее со мной, я художник, так вижу. Уезжая в Нью-Йорк, я тебя оставляю в Париж. Нора де Бальзак, кто-то, конечно, скажет, что это его любимый автор. Шагрень, я не буду сейчас делать пощечину вашему интеллекту и не буду объяснять, что означало шагрень. Хотя почему нет? Шагрень – такая мистическая кожа, мистическими качествами Бальзак наделил, либо Бог наделил. Но если вы этой шагреневой кожи загадываете свое желание, оно, конечно, исполнится, но отнимет время в вашей жизни. Напиши что-нибудь на моей коже. Я пишу, мы с тобой похожи. На двух жирафов, которые делят одно дерево. И их лиловые языки ловят снежинки севера. И умножаются пятна на золотистых шкурах. У них и стать, и фактура, и немножко пурпура, что разливается на закате. Я боюсь, что меня хватит дрожь, африканская лихорадка, когда допишу на твоей коже. Мы с тобой похожи, мы с тобой похожи. Как те жирафы, что сплетались шеями и ушли на закате. Над их головами проносились рыбы, махали крыльями скаты. Барханы бархатно рассыпались, скалами скалились горы. В сумерках они становились крохотными и прятались в норы. Им снилось, что облака пушатся сахарной ватой. Я болен прикосновениями. У тебя мягкая, шероховатая, шагреневая, исчезающая. Места не хватит. Хватит, хватит, прошу тебя, хватит, хватит, хватит! Еще одно и все. А сколько здесь накидано листочков? Мало. Три. Любовники. Забытые уже на столе. Альбом листая на странице, где вы нарисовали птицу, летящую во тьму аллей. На счастье милый подписали. А дождик слепо моросил. Вы слышали, как он просил его сопроводить. И два. А я услышала и пошел с дождем пройтись туда-обратно. Так хорошо и так приятно. И штора вслед роняла шок. И вы во след роняли взгляд, надменный взгляд. Или лукав? Кто разберется, боже правый? Не зря я свой надел наряд из лепестков нежнейших роз, что сшил еще на той неделе. Немыслимо на вашем теле цветы цветут во время гроз, а сверху льется божоле, наполнив звонкие фужеры. Вам правда нравится хлеб или фруктовое желе? Мы были будто возле рая, дождь снисходил, напоминая. Забытый ужин на столе, забытый ужин на столе. Я становлюсь совершенно несносно, когда влюбляюсь.
Это просто какой-то кошмар. Чем циничнее снаружи, тем все плавится у меня внутри. Однажды ко мне подошел человек после концерта, по-моему, он здесь есть. Он говорит, распишитесь на листочке. Я сказала, положите реквизит на место и купите книжку. Это листочка из книжки. Фунт ванили, меня обвинили в том, что это слишком. Но когда ты влюблен, все слишком. А, честно говоря, я терпеть не могу смотреть на влюбленные парочки. Меня от них тошнит. Доброе утро. И стянул одеяло. Доброе утро. И глаза заглянули в глаза. Между весь мир. Только этого кажется мало. Солнце смеется. И грозно грозится гроза. Доброго дня. Поскорее бежим на прогулку. Доброго дня! И стрекоз над нами кружат. Чашечка черного в кофе в конце переулка. Лучший сюрприз для тебя от бариста Бажа. Доброго вечера! Плиту камина и сказки. Доброго вечера! Ластится нежность в душе. Звон колокольчиков, прикосновение ласки. Шелк застилает постель, фонари загорелись уже. Ночь неспокойна, но доброго времени суток. Звезды сошлись, загадай, видишь, падают вниз. Полночь спускается в спальню без лишнего стука, чтобы исполнить любой наш любовный каприз. Я поцелую, ты вскрикнешь, как будто нет мочи. Я же скажу, доброй ночи, малышка, доброй ночи. Летний чай, я на тебя ориентируюсь. Как только Вертинский покинет зал, я уйду вместе с ним. Как терпко пьется летний чай, так бьются лишь воспоминания. О, память, срочно выручай забвением и состраданием. Один я встретил много утр, играл, что ты, возможно, рядом. Легки шаги. Спускаясь внутрь себя, где нахожу отраду, касаясь твоего платка, с изящным вензелем на шелке, как лань бывала ты кратка, когда во мне любила волк, как локон вился у виска, как упоительно молчал, когда стихи читал с листка, просил, можно ли сначала? Когда тебя шел провожать в последний раз перед рассветом, о чем не свойно желать, не жить, но умереть с поэтом. Я был растерян, был отчаян, решил, что вот однажды летом добавлю яд в малину с чаем, готова умереть с поэтом. А теперь то, что мне очень напоминает Улю, это действительно последнее. Уля готова. Ох ты, давай я прямо тебе это и прочитаю, садись. Нет, ты сядешь, а потом я уверена, по тем источкам можно будет гадать. Когда-то я не знал ничего более освежающего, чем имя твое. Кровь грейпфрута. Нектар облаков, вот как звали тебя. Но я не звал тебя, потому что смог позабыть твой вкус. И теперь у тебя нет имени. И теперь мне неизвестно оно. Я стал высокомерным аскетом, я высоко взлетел. Оттуда, с вершины себя, вне всяких удовольствий, можно равнодушно взглянуть и понять, как низок я в своем воздержании, отрекаясь от любых суждений, холодный ко всему темному, неизвестный сам, без имени сам. Собственное я стало лишней роскошью для меня. Я взлечу еще выше, я рассыплюсь
на равно удаленные от самого себя точки я сотворю из себя сферу. Чтобы не помнить себя, чтобы не помнить, как когда-то я мог пить твое имя, напиваясь пьяными звуками. Когда-то я не знал ничего более освежающего, чем имя твое.